В Новочебоксарске прошел необычный медицинский форум. Чествовали врачебная семейная династия. Таких в Чувашии более 160, некоторые насчитывают по 5 поколений. Начиная от знахарок и заканчивая студентами медицинских факультетов. Лечить людей – не профессия, а призвание. Принося клятву Гиппократа, любой медицинский работник вступает на путь служения людям. Далеко не каждый способен на это, ведь профессиональным навыкам можно обучиться. А такие качества, как бескорыстие, сострадание, терпимость и милосердие, даются от рождения. У представителей медицинских династий они в генах. Вы своим примером показываете, как нужно служить нашим людям, как нужно оказывать медицинскую помощь и как можно отдавать всего себя во имя спасения жизни человека. Есть семейные династии, в которых только врачи. Есть сестринские династии. Есть такие, в которых представлены все медицинские работники. Как правило, одна семья трудится в разных направлениях здравоохранения, приумножая и дополняя знания и опыт друг друга. В результатах усилий становится все заметнее. Растет количество долгожителей. Перешагнули люди за 100 лет. Количество многодетных семей растет. За последние годы эта цифра увеличилась на 33%. У нас практически здоровых людей с каждым годом все больше и больше становится. Особенно символично, что семейные династии чествовали в год человека труда. Ведь лечить людей – это труд. Столь же тяжелый, сколь и благодарный.